За последний год количество обращений в отделение МФЦ возросло. Сотрудники не справляются с таким потоком населения. Чтобы избежать возникновения очередей, решено открыть еще 4 новых офиса, 2 из которых будут расположены в Одинцово, по одному в Лесном городке и Голицыно. На этот год мы запланировали открытие новых офисов и новых окон центра «Мои документы». Число оказываемых услуг растет, поток людей увеличивается, и нужно, конечно, разгружать наш центральный офис, который находится в городе Одинцово на Можайском шоссе. Сейчас уже в рассмотрении у нас 4 площадки под размещение новых офисов. Это 9-й микрорайон города Одинцово, это Новая Трёхгорка, поселок Неисок и Голицыно. Площадки на сегодняшний день изучены, под них уже сделаны проекты ремонта. И уверен, что в ближайшем будущем мы приступим к реализации этой программы. Глава муниципалитета дал поручение заместителям проработать вопрос и предусмотреть открытие еще одного дополнительного офиса МФЦ на территории успенского поселения. Порядка 330 услуг оказывается в МФЦ, в каждом из этих отделений. Можно получить услугу. Из них федеральных услуг 74, 194 услуги – это региональные и 62 услуги – муниципальные. Сравнительная статистика: за предыдущий год было оказано Одинцовским многофункциональным центром 647 тысяч услуг. На сегодняшний день уже в этом году оказано 350 тысяч. Это говорит о том, что услуг будет где-то на 100 тысяч, а то и более, больше. Новые отделения должны быть оборудованы согласно утвержденного брендбука и соответствовать всем требованиям. Дополнительные офисы МФЦ заберут на себя часть нагрузки и позволят ликвидировать очереди. Также на совещании шла речь о ситуации, которая разворачивается вокруг недостроенных объектов торговли и жилых домов. За первый полгода текущего года проведена работа по выявлению собственников земельных участков. Визуальный осмотр в натуре, состояние здания с составлением актом, проведены встречи собственника, сделаны запросы на предмет установления правоустанавливающих документов на здания и сооружения. По итогам работы было достроено и введено в эксплуатацию 10 объектов. 8 объектов были исключены из реестра по причине не начатого строительства или повторного указания объекта. На данный момент в реестре находится 17 объектов недостроенных и самовольных построек. Все работы идут в соответствии с дорожной картой. По одним учреждениям принято решение о сносе, а некоторые будут достроены и введены в эксплуатацию. Мария Шматкова, Евгений Муравлев, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».